Всем здравствуйте, меня зовут Алина, я приехала в клинику из города Донецка. Приехала с проблемой такой, что с самого детства у меня были проблемы со зрением, и, естественно, с возрастом оно становилось все хуже и хуже. Я очень долго боялась доверять свои глаза кому-то, но наконец-то нашла эту клинику, которая вызвала у меня доверие, и я решила посетить именно ее. И я ни разу не ошиблась, тут великолепный персонал, высококвалифицированные врачи. Меня хорошо осмотрели, все вполне понятно мне объяснили, проконсультировали. Мы определились с необходимой для меня процедурой и сегодня уже успешно ее провели. Я ни разу не пожалела, что выбрала именно эту клинику и очень довольна процедурой, которую мне оказали. Операция у нас была 1,5 часа назад. Сейчас я уже вполне спокойно вижу, спокойно пойду домой отдыхать.